Путин, вы большой ученый. Науки вы и друг, и политрук. В одном лице Жеглов и вор копченый. Российской академии наук. Вы как бы и Жеглов, и вор копченый Российской академии наук. Там разгребли для вас блатное место, а чтоб оно наверняка нашлось. Ученых, занимавших эти кресла, в тюрьму телепортировать пришлось. Тех физиков, что занимали кресла, слегка аннигилировать пришлось. Вы наш Андропов, Сталин, Ленин, Брежнев, ну обобщенно Иже Херувим. Хоть и за бабки вас люблю, но очень нежно, как дай вам Бог любимым быть другим. Когда идем по площади Манежной, вам мысленно целуем сапоги. Я не забыл 4 сладких года, об этом счастье память не пропьешь. Как поносить мне дали принародно ваш старый президентский макинтош. Мы помним, как сказал он принародно: «Ша, Дима, подержи мой макинтош». А в Питере на форуме российском экономистов собрался шалман. Один был президентом зимбабвийским, другой, как оказалось, талибан. Один был нашим социально близким, другой, как вы, бандит и хулиган. Трепещут Штаты и дрожит Европа, для них обратный начался отсчет. Ваш мудрый взгляд, как щуп колоноскопа, пронзает на столетие вперед. Велик ваш гений прет в чужие дали, поскольку не вмещается в стране. Ну вот на кой опять лесные твари прислали нам зачем-то хрен войне. Пора идти, поскольку нас послали, задавши направление хрен войне. Маршрут проложен. Ставим лайки, подписываемся. Пусть знают, твари. Я опять что-то не то ляпнула. Да вроде норм. Главное, что если вы не подпишетесь, за вас это сделают зрители из недружественных стран.